Янчжоу, Китай. В городе объявлен локдаун из-за угрозы дельта-варианта. По всей стране власти в спешном порядке вновь усиливают ограничения. Вспышка, возникшая в Нанкине в середине июля, была связана с уборщиками аэропорта. Большинство опасных случаев заражения были обнаружены в аэропорту и неподалеку от него. Все они были взяты под жесткий контроль на ранних стадиях. Вирус распространился из Нанкина примерно на 20 других городов, включая Пекин, Ухань, Янчжоу. И в выходные охватил Чжаньцзянцзе. Там сотрудники аэропорта посещали представление в театре. Власти начали мощную операцию по отслеживанию контактов и тестированию, которую широко освещали на государственном телевидении. Но по состоянию на вторник выезд стал невозможен. Теперь в городе тотальный локдаун. Тем временем Пекин закрыли для въезда туристов. Вернулось поголовное тестирование вместе со строгими ограничениями для тех, у кого тест положительный. Те, у кого подтвержден близкий контакт, будут помещены в карантин. Кроме того, работающие и живущие с ними должны ограничить свои контакты на работе или по месту проживания и не посещать массовых мероприятий. Ковид вернулся и в Ухань, где был впервые зафиксирован. Заражения начались вновь спустя больше года после того, как город пережил 76 дней изоляции. Власти заявляют, что проверят все 11-миллионное население. Еще одна попытка избавить Ухань от вируса.